Есть в красках победы оттенки войны. В Ивановском колледже культуры показали театрализованное представление, посвященное 9 мая. Взята одна из историй семейной, то есть муж с женой после выпускного бала, оба ушли на войну, провоевав, вернулись живые и здоровые. И вот они вспоминают былые времена, и военные годы, и как им было тяжело, и как и письма они друг другу писали. То есть вот на этих основано событиях. Готовили спектакль почти месяц. Это режиссерская работа дипломная студентки 4-го курса. Постановка – подлинная история о любви, которая прошла войну. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В спектакле рассказывают о силе и мужестве наших солдат, о том, как страшно было 16-летним мальчишкам идти на фронт, и о том, как ребята, ставшие солдатами, верили в победу. У нас задействована вся наша группа, естественно, весь вот этот вот режиссерский состав наш. Вот. На самом деле у нас очень проникновенно получилось. Вот, на самом деле на каждой репетиции у нас прям слезы, эмоции, все вот это вот. Театрализованное представление охватило сразу несколько жанров. На сцене танцуют, поют, обыгрывают воспоминания героев, читают фронтовые письма и стихи. И чем бы война мне в пути не грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. И утром не дрогнув, я в бой ухожу. Посетить этот спектакль могли все желающие. На этом празднование победы в Великой Отечественной войне не закончится, и колледж и город ждет ряд торжественных мероприятий. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.